Последний снег сошел с дорог и обочин, и в виде луж собрался прямо на проезжей части, прикрыв глубокие ямы и другие изъяны асфальтного покрытия. И только рязанские автомобилисты начали особо интенсивно жаловаться на вечную проблему наших дорог, как дирекция благоустройства города приступила к ремонтным работам. Были дополнительно организованы работы по ямочному ремонту. То есть не только дирекция благоустройства города выполняет работы по ямочному ремонту, но также были привлечены сторонние организации. Значит, работы выполняются с применением уже традиционной асфальтобетонной смеси, горячего асфальтобетона, но с соблюдением всех технологий, которые существуют. Темпы ямочного ремонта будут ежедневно увеличиваться, что позволит в течение марта устранить дефекты дорожного покрытия аварийных участков дорог. Всего запланирован ямочный ремонт более чем на 50 улицах на площади около 3000 квадратных метров. С 14 марта этого года планируется привлекать на ямочный ремонт 14 дорожных бригад, что позволит к 20 числам марта убрать всю напряженность на дорогах города, связанную с образованием ям. Кроме того, проведено обследование дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства. По результатам обследований подготовлены материалы и направлены претензии подрядным организациям с целью устранения дефектов. Составлен график выполнения работ по их устранению в рамках действующих гарантийных обязательств. С подрядными организациями были проведены совещания, отправлены соответствующие запросы для того, чтобы в рамках гарантии они это устранили, чтобы в рамках гарантии устранили ямки, которые образовались на их дорогах. В этом месяце будут выполнены работы по устранению аварийных выбоин. К плановому ремонту дорожного покрытия планируется приступить уже в начале апреля.